13 серия. Участок Мурманск, Магадан. Будет пройдено 84 километра в этой серии. В Ярославле, когда большие населенные пункты на участке. Я отметил титрами. Но в тумане их не видно будет. Не будет видно их в тумане и за деревьями. Но примерное местонахождение я указал стрелкой. Так, вроде все. Ты проехал Кемерово гораздо быстрее, если бы поехал по предлагаемым новым маршрутам. Тащит мимо Мариинска навигатор. Это хорошо. Мариинск прямо, вернее, по-моему, я проскочил. Или нет? А, нет, это был... Была развязка на Мариинск. Ё-моё. Знаков не было, поэтому я заволновался. Догоняют, сейчас пойдет на обгон, наверное. Ну и дурак будет. Пошел на обгон. Тут видимость получше. У меня на спидометре 97. Этот топит еще быстрее. Хотя у него ограничение энтропии на 90. Объехали. Вот где-то тут недалеко я как-то останавливался на ночь. Из Мариинска на трассе торговали в интернете по 15 каналу. Информация шла. Спиртные напитки,
сигареты. Танкист Вася. Удивлен, что так рано размещено видео. Ну, я говорю, что компьютер работает практически круглые сутки. Как только серия готова, я стараюсь сразу же разместить. У меня тоже компьютер и интернет тормозит, так что ничего удивительного нет. Так, пользователь, читать не могу. Немного нет времени все посмотреть к Новому году, думаю, успею. Ну, все к Новому году посмотреть не получится, по той простой причине, что, я думаю, если до лета получится все серии разместить, буду считать это удачным. Так. Ну вот все, смотрите дальше. Река Кия. Кто такая Кия, знаете? Кия. Это была из мифологии, не знаю, из истории откуда, но это была любовница фараона, который был женат на Нефертити. А Нефертити была в свое время признана самой красивой женщиной в мире. Как написано в источниках, ее шея достигала 40 сантиметров. Наверное, показатель красоты у них являлся размер шеи, я так думаю. Да и сейчас можно на статуэтках посмотреть на продают такие Нефертити, там есть изображение. Так, сбросить надо скорость, куда нахрен движок подержать. Город они далеко ушли, в тумане исчезают, потом проявляются. По-моему, на одной из этих парковок мне привезли из Мариинска. Да, с правой стороны вот я здесь. Вообще не помню, справа или слева, но сюда привозили. Интернет-торговцы, радиоторговцы. Называешь, где находишься. Они тут же в течение нескольких минут подлетают. Пожалуйста, выбирай, что хочешь. Удобно, дешево. Я у них покупал водку, по-моему, 5-литровая канистра. Стоимость была тогда, по-моему, рублей 200. Бутылка вообще получалась копейки какие-то. Литр водки получался раза в два дешевле, чем покупать в магазине. Причем качество хорошее.
мелькает далеко впереди, в тумане. Ориентир будет. Не знаю, видно или нет на видео. На видео, по-моему, не видно. Так, расход бензина 6,1 литра на 100 километров. Пройден 71 километр, средняя скорость 47 километров в час или полчаса. Дождя ночью не было. Красноярска 323. Так, а ну-ка, расстояние Красноярск 321 до Красноярска. Thank you.
5% мощность сигнала. Туман рассеялся практически, по крайней мере на этом участке. Мне нравится дорога на подъем, такие виды. Ну, остановлюсь, наверное, начинает. Так, в Москве 5 плюс 4, 9 часов. Ну, 9 часов, солнце уже на подъеме. Так, здесь 95-47. 10. Тут хорошее место для ночевки. С левой стороны площадка, небольшая, правда, но для маленьких машинок место найдется. Можете иметь в виду.
парнем, который торговал вот этими на радиоканале спиртными напитками, продуктами, открывает свой салон этого газели или маршрутка, как ее назвать, не знаю даже. Вот там у него какие хочешь эти марки спиртного. Я смотрю Хеннесси. Я говорю, настоящий Хеннесси? Да-да, настоящий. Вот я хохотал. В интернете много разных добавок. Я вот взял этот самогонный аппарат, как так называемый. Вот, но это ректификационная колонна. Она позволяет получить на выходе продукт с крепостью 94 градуса. 96 не надо долго ждать. А 94 довольно-таки быстро пригонял, в течение часа, наверное, литра 2 или 3, вот, выгнал, 94 градуса. Брал этот аппарат для того, чтобы делать незамерзайку для омывания стекла, потому что несколько раз на трассе попадал в неприятные ситуации, когда на заправке купил омывайку, незамерзайку, залил, отъехал немного. Такой духан был в салоне. Это смерть фашистским оккупантам, сто пудов. Запах самогонки с каким-то ароматизатором. Внимание, вы на трассе 350 метров получите 300 рублей в подарок. Вот, глаза режет, запах невыносимый. Ну, возвращаться уже было поздно, да и что возвращаться? Еле-еле доехал до магазина на заправке следующего. Взял нормальную. Омывайку. Так, 49.70. Баня, гостиница. Ну что, вот еще, на мой взгляд, приличное место, по крайней мере, с первый взгляд такой со стороны. То есть инфраструктура довольно-таки неплохая. Сейчас вот обустраивают дорогу. Наверное, будет еще одна стоянка здесь. Да не наверное, а 100%. Вот. Другие разы брал незамерзайку зимой. При минус 10 она уже покрывала льдом, лобовое стекло не замерзало на форсунках. Часто были такие мучения. Написано минус 40. Какие нафиг минус 40? Максимум минус 10. Хотя вроде бы фирменного производства. Поэтому решил делать своими руками незамерзайку. Вот для этой цели взял ректификацию.
короче, этот мини-спиртзавод. Потом уже стал в интернете смотреть, из этого спирта прекрасно получаются напитки домашнего собственного производства. Ну, во-первых, ты уже знаешь, что никакой гадости больше нету. Чистый спирт и все. Вот. Ну, а разные ароматизаторы, добавки, их концентраты продают свободно любой, какой хочешь, хоть бренди, хоть там коньяк, там, хоть мочу ослиную, добавляешь туда и... И что интересно, голова не болит после этого, то есть нету синдрома похмелья, плохого самочувствия, намерения были другие, это как пословица, быть у колодца и не напиться. Делаешь самодельную омывайку, да, она выдерживает и минус 20, и минус 30. В салоне запах спирта есть, от этого никуда не денешься. За фурой не приближаться, не отдаляться. Желаете обогнать, пожалуйста, место есть. Это одну, я имею в виду, фуры за мной идут. Thank you.
остановлюсь, надо со стеклом что-то делать. Я приостановлюсь, где здесь обочина снесет. Туман рассеялся. Это щетка. Так пусть будет. R-255. Наверное, Байкал называется. Классификация изменилась. Название все это вроде бы поменялось. Я не знаю, как теперь их величать.
старое название Байкал. Полотно дороги, на мой взгляд, вполне прилично. За дорогой следят. Трещины заливают герметиком. Красивая была эта окружающая природа, очень красивая была река. Не доезжая там метров 100, наверное, до моста, было место, где остановиться. Остановился, взял фотоаппарат, вышел, пофотографировал. Возвращаюсь к автомобилю, смотрю, подходит пожилой человек. Возраст примерно 60, а не знаю, плюс или минус. В общем, такой примерно возраст. Более-менее опрятно одетый. Без галстука, правда. Такой костюм его размера, ну, чистенький, но я пока он раскочегарится, хрена я пропускал. Абсолютно трезвый, лицо не пьющего, подошел и спросил у меня, где, в какой стране Новосибирск. Он вышел из леса, я так удивленно смотрю, сообразить не могу. Хрен знает, где находишься. Но я ему показал, в какую сторону идти, к Новосибирску, ну, в обратную сторону моего движения. Он поблагодарил и пошел. Я сел, поехал дальше. Чем дальше отъезжал, тем больше мне было некомфортно на душе. Надо было взять его, довезти до ближайшего поста ГАИ, чтобы помогли человеку. Взять я его с собой не мог. В общем, можно было взять, почему я не взял, почему вот только показал, где Новосибирск, и все. Почему не задал дополнительные вопросы, не поинтересовался, не поговорил с человеком. Он больше ничего не спрашивал, больше ничего не говорил, чем не интересовался. Где это Новосибирск? В какой стороне? Сколько прошло времени, я вот корю себя за
за такое невнимание, за такое вот... за такое вот холодность, или как сказать. Может, он потерял память, может, еще что-то произошло. Может, он хотел кушать. Прикиньте, сколько километров до Новосибирска. Вот хорошее место с правой стороны. Прямо на дороге. А здесь уже 90, 95, 50 рублей, 55 копеек. Проезжая этот участок, вспоминаешь этого человека и коришь себя за черствость. Деревья уже с заметной желтизной. Какое сегодня число? Требует
ремонта, наверное, дорога. Ямочный ремонт сделали. Колея была ярко выражена, ее залатали. Вот ямки, ямы, колею заделали. Вот он грейдер. Что он делает, интересно? Подметает, что ли? Сделали, молодцы. Была колея, ее убрали. Но дорогу нужно ремонтировать капитально. Капитальный ремонт. За дорогой следят. Это очень хорошо. Thank you.
где-то здесь. Точно не назову место. Остановился прямо у дороги. Кафе небольшое. На ночевку. Утром просыпаюсь. Ямки заделали, колейность убрали, молодцы. Утром просыпаюсь, смотрю, рядом стоит мотоцикл. Я вышел умыться. Подходит парень. Восточное лицо. Или японец, или китаец, не знаю. Спрашивает у меня, где Иркутск находится, в какой стране. Ну, я показал. Дальше он расспрашивает. Не очень удобно. Он сказал, что учится в Новосибирске и едет в Китай на мотоцикле. Ну, на самом деле я восхитился его решением. Но, думаю, впечатление он нахватается по самую макушку, на всю жизнь хватит. Проехать отсюда до Китая на мотоцикле – это нужно мужество. Кстати, шел ремонт дороги впереди. Но он сел на мотоцикл, уехал. Но спустя какое-то время я выдвинулся. Впереди шел ремонт дороги. И его этот ремонт тормознул. Я его догнал. Посмотрел еще раз на этого мужественного парня. Ну, потом ушел вперед больше времени. Ну, надеюсь, что его мотопробег закончился удачно. Даже после ямочного ремонта машину трясет. А каково здесь было до ремонта? Ну что, дорога требует капитального ремонта. Ямочный ремонт выполнен нормально. На будущий год, если начнут делать капитальный ремонт, все здесь будут заторы.